Всем привет! История из этого видео уже включена в мою мобильную игру по SCP. Ссылка в описании. Объект номер SCP-860. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-860 должен храниться в маленькой деревянной коробке в хранилище в секторе Нога. Сам по себе объект не несет опасности, поэтому применение особых процедур не требуется. Описание. SCP-860 – темно-синий ключ обычной формы. Через случайные на первый взгляд промежутки времени на лезвии ключа появляется набор чисел, который является координатами в формате UTM. За все время, пока SCP-860 находился в ведении фонда, числа изменялись 3 раза. В результате были получены координаты в Германии, Англии, координаты зоны номер 16. SCP-860 может войти в любой дверной замок, который необходимо открывать ключом, расположенный в области, на которой указывают данные координаты, и будет действовать подобно ключу, который подходит для этого замка. SCP-860 работает только в том случае, если вставлен в дверной замок, и только если этот замок врезан в дверь. Он не будет работать с другими запирающими устройствами. Если с помощью SCP-860 отпереть и открыть дверь, эта дверь не будет вести туда, куда она обычно открывается. Вместо этого она открывается в небольшой лес, посередине которого проходит просека шириной примерно 80 см, обозначенный как SCP-860-1. Во время каждого наблюдения этой рощи было отмечено присутствие синего тумана. Как только любой человек вступает в SCP-861, дверь автоматически закрывается. Изнутри SCP-860-1 дверь будет вделана в бесконечную бетонную стену и заперта. Попытки сотрудников, находящихся снаружи SCP-861, выломать дверь не дали успеха. Попытки выломать дверь изнутри SCP-861 привели к данные удалены. Смотрите документ 863 для дополнительных деталей. Тропа внутри SCP-860-1 обычно приводит к другой двери, вделанной в другую бесконечную бетонную стену. Эта вторая дверь выходит в то помещение, куда обычно вела дверь, к которой был применен SCP-860. Сотрудники, проводившие исследования внутри SCP-860-1, сообщали о различных аномалиях. Они более подробно описаны в документе 861-4. После событий исследования 4, описанного в документе 860-4, исследования SCP-860 могут проводить лишь сотрудники уровня 4. Инцидент 860-12. Через 7 дней после исследования 4 SCP-860 был найден на рабочем столе доктора Стигли в 5 метрах от места его содержания. Шкафчик, в котором находился объект, был открыт. Запись с камер наблюдения показала, что ключ внезапно материализовался на столе. В настоящее время неизвестно, как и почему SCP-860 был перемещен. Инцидент оказал сильное воздействие на доктора. Рекомендуется психологическая экспертиза. Приложение. Далее идут расшифровки стенограмм исследований с 1 по 4. Сотрудники уровня 2 и выше могут просматривать документы 861 и 2. Доступ к документам 863 и 4 разрешен только для сотрудников уровня 4 и выше. Ниже даны расшифровки стенограмм исследований 1 и 2 SCP-861. Исследование 1 проводилось... Исследование 2 проводилось... Исследование номер 1. D-3456. 31-летний мужчина европеоидной расы среднего телосложения. Психологический фон обычный. Причина перевода в класс D – понижение в должности за данные удалены. D-3456 имеет при себе светодиодный фонарь, переносную видеокамеру, оснащенную передатчиком, и наушниками для связи с доктором в пункте управления. D-3456 вставляет SCP-860 в дверь, ведущую внутрь заброшенного дома на улице Смейлерсарше, Германия. Он поворачивает ключ и открывает дверь. За дверью виден SCP-860-1. D-3456 колеблется. Доктор Смейлер, пожалуйста, продолжайте движение. D-3456 колеблется, затем проходит через дверь. После того, как он делает 2 шага, слышен громкий хлопок. D-3456 быстро поворачивается. Перед ним большая бетонная стена с дверью. D-3456 подходит к ней и пытается повернуть ручку. D. Эта дверь заперта. Как же, ё-моё, вы мне предлагаете? Доктор, пожалуйста, проследуйте по тропе. Д. Выход должен быть на другой стороне. Д. Вздыхает, затем оборачивается и идет по тропе.
Пройдя 64 метра, Дэ останавливается. Дэ, вы это слышали? Доктор, по каналам аудиосвязи ничего не слышно. Дэ, похоже на вой. Или что-то типа того, идет из леса, как будто вдалеке. Доктор, вой? Типа волчьего? Дэ, не совсем. Звучит жутковато, как будто искаженный. Доктор, пожалуйста, продолжайте двигаться по тропе. Дэ снова начинает идти с увеличенной скоростью. Когда он проходит 43 метра, туман начинает сгущаться и приобретает более глубокий синий оттенок. Дэ, дальше становится очень трудно разглядеть что-либо. Этот фонарь не... Дэ внезапно оборачивается. Дэ кричит. Теперь вы это слышали? Доктор, по каналам аудиосвязи ничего не слышно. Дэ, что вы услышали? Дэ кричит. То же, что и раньше, но уже ближе. Какого хрена вы не слышите этого? Оно было... Доктор, продолжайте. Продолжайте идти по тропе. Дэ кричит. Нет, вы не понимаете, это... Слева Дэ слышен громкий рев. Дэ вскрикивает и начинает бежать по тропе. Каждые 10 секунд за спиной Дэ можно слышать звук шагов. Вначале отдаленный, потом усиливающийся, до тех пор, пока он не становится слышен на расстоянии менее 1 метра от Дэ, после чего звук шагов прекращается. Пробежав еще 68 метров, Дэ достигает большой бетонной стены с дверью. Дэ распахивает дверь ударом ноги. За дверью виден главный зал заброшенного дома. Дэ вбегает, оборачивается и закрывает дверь. 2 минуты спустя он снова открывает дверь. За дверью видна улица Совершенный. Дэ в течение следующих недель находился в состоянии паранойи и утверждал, что слышит вдалеке тот самый вой, когда находится один. Эффекты исчезли через 7 недель. Дэ чувствует себя нормально. Подробный анализ аудиозаписи показал, что во второй раз, когда Дэ останавливается, можно было услышать очень низкий звук. Звуковой файл, содержащий усиленный звук, может быть найден здесь. Исследование номер 2. D5674. Женщина 27 лет, родом из Южной Азии. Телосложение ниже среднего. Психологический фон указывает на чрезвычайную ксенофобию. За субъектом значится случай, данные удалены. D5674 имеет при себе светодиодный фонарь, переносную видеокамеру, оснащенную передатчиком, и наушниками для связи с доктором с пунктом управления. D5674 вставляет SCP-860 в дверь, ведущую в заброшенный дом на улице Германия. Она поворачивает ключ и открывает дверь. За дверью виден SCP-860-1. Дэ проходит через дверь. После того, как она делает 2 шага, слышен громкий хлопок. Дэ оборачивается, и перед ней большая бетонная стена с дверью. Дэ. Ругательство удалено. Доктор. Идите по тропе. Дэ. Выход на другой стороне. Дэ оборачивается и идет по тропе. Пройдя 94 метра, Дэ останавливается и поворачивается в сторону леса. Дэ. Вы видели это? Доктор. Что? Дэ. Вы видите этих... Доктор. Да. Дэ затихает. Доктор, что вы увидели? Дэ не отвечает. 12 секунд после она продолжает идти по тропе. Доктор, Дэ, пожалуйста, сообщите, что увидели. Нам нужно... Дэ, ничего. Привиделось в тумане что-то. Дэ проходит еще 10 метров, после чего снова останавливается. Доктор, Дэ, почему вы снова остановились? Дэ тихим голосом. Тише. Разве вы не слышите это? Доктор, что? Дэ тихим голосом. Оно зовет меня. Я должна идти. Доктор, Дэ, вы не можете. Дэ снимает наушник и кладет камеру на землю в сторону леса. Видно, как она уходит с тропы в чащу и, наконец, исчезает из вида. До того момента, как села батарея, в поле обзора камеры не происходит ничего примечательного. Приложение. Дверь, ведущая в заброшенный дом, осталась закрытой. Попытки открыть или выломать, а также удалить ключ из замка, потерпели неудачу. Спустя 7 месяцев после инцидента дверь внезапно открылась. Из нее вышла очень старая женщина монголоидной расы. Во время допроса она подтвердила, что является пропавшей Дэ. Она отказалась уточнять детали того, что произошло с ней, когда она оставила камеру на земле, даже под чрезвычайным давлением. Субъект, как выяснилось, стала намного более спокойной и вежливой, чем до исследования 2. Беспрекословно следовала каждому приказу, но отказывалась предоставить информацию о том, что произошло с ней внутри D-860-1. 2 недели спустя она умерла во сне по естественным причинам. Ниже даны расшифровки стенограмм исследований 3 и 4 в SCP-860-1. Исследование номер 3 проводилось дорогой в центре до сведущей двора в центре. Исследование 4 проводилось дорогой в центре до сведущей двора в центре. D5262, 35-летний мужчина европеоидной расы могучего телосложения. Психологический фон указывает на данные удалены. Субъект ответственен за убийство 7 людей. За ним замечено жестокое поведение. Дэ имеет при себе светодиодный фонарь, переносную видеокамеру, оснащенную передатчиком и наушниками для связи с доктором Иль в пункте управления, а также пожарный топор. Дэ вставляет SCP-860 в дверь, ведущую в дом господина Снипса, расположенный на Иль, Англия. Он поворачивает ключ и открывает дверь.
Внутри виден SCP-60-1. Д колеблется, затем проходит через дверь. После того, как он делает два шага, слышен громкий хлопок. Д поворачивается, перед ним большая бетонная стена с дверью. Д, теперь что, доктор? Пожалуйста, с помощью выданного вами топора попробуйте выломать дверь. Д, вы уверены? Доктор, пожалуйста, действуйте согласно инструкции. Д кладет камеру на землю так, чтобы было видно его и стену, и начинает бить по двери топором. Он ударяет по двери 4 раза и быстро оборачивается. Д, вы слышали это? Доктор, по каналам аудиосвязи ничего не слышно. Д, это был громкий рев, мужик, как ты мог, не? Доктор, пожалуйста, успокойтесь и продолжайте начатое. Д все еще смотрит на лес. Доктор, Д, пожалуйста, вспомните наше соглашение, если вы не последуете нашим инструкциям. Д, да знаю я просто, хорошо, без проблем. Д продолжает пытаться выломать дверь. После того, как он ударил по двери 3 раза, от нее откололась небольшая щепка. По-видимому, ободренный этим Д начинает бить по двери еще сильнее. После 9 ударов слышен чрезвычайно громкий рев. Д кричит и начинает размахивать топором в направлении камеры. Большая, данные удалены. Лапа появляется перед объективом. Д бросается в атаку, и данные удалены. После этого в течение 7 часов были слышны звуки, данные удалены, которые продолжались даже когда батарея в камере села. Доктор решил прервать аудиозапись спустя 5 часов. Исследование 4. Далее обозначаемый как испытуемый 1. Мужчина, афроамериканец, 41 год, телосложение выше среднего, психологический фон не показывает отклонений. Субъект добровольно вызвался участвовать в исследовании. Испытуемый 1 имеет при себе светодиодный фонарь, переносную камеру, оснащенную передатчиком и наушники для связи с доктором в пункте управления. Испытуемый вставляет SCP-860 в дверь, ведущую в пустую комнату в зоне. Он поворачивает ключ и открывает дверь. За дверью виден SCP-860-1. Испытуемый проходит через дверь. После того, как он делает два шага, слышен громкий хлопок. Испытуемый. Дверь только что закрылась, так ведь? Доктор, да, пожалуйста, идите по тропе, выход будет на другой стороне. Испытуемый начинает идти по тропе. Облик рощи значительно изменился с момента последнего исследования. Туман приобрел красноватый оттенок, а по каналам аудиосвязи слышно неразличимое бормотание. Хотя испытуемый один, видимо, не замечает этого. Испытуемый проходит 123 метра. Испытуемый. Это место, похоже, отличается от того, о котором вы мне рассказывали, док. Оно напоминает мне... Погодите, что за хрень? Испытуемый останавливается, он стоит на развилке. Одна из дорожек выложена булыжником. Испытуемый, доктор, а по какой мне дорожке идти? Доктор, это что-то новое, мы раньше такого не видели. Испытуемый, хорошо, я предполагаю, что выберу. Кричит, ох ты ж, блин. Испытуемый оборачивается, тропа исчезла. Тысячи деревьев заслонили ее. Туман внезапно становится, данные удалены, а бормотание становится громче. Испытуемый кричит, док, что за хрень тут творится, что это за шум? Доктор, пожалуйста, успокойтесь, продолжайте идти по дорожке из булыжника. Я вам не подопытный кролик, док, только из-за того, что я добровольно вызвался, я не... Кричит, о господи! Доктор, что? Отвечайте, что вы видите? Испытуемый кричит и бежит по дорожке, выложенной булыжником, бормотание внезапно прекращается, и можно слышать только крики испытуемого. Он пробегает 143 метра, после чего внезапно бросает камеру на землю. Крики испытуемого один прекращаются, камера обращена к лесу. Туман теперь довольно плотный, и дальше 2 метра вообще не видно. Доктор, вы слышите меня? Испытуемый, данные удалены. Доктор, чего? Испытуемый, данные удалены. Доктор, о боже. От испытуемого один больше нет ответа. За 3 секунды до того, как в камере сели батарейки, был слышен очень низкий шум. Анализ видеозаписи показал, что на последнем кадре в последние секунды видны 2 пылающие желтые сферы. Звук позже был усилен. Его можно услышать здесь. По предположению доктора, звук был обращен. Исходный файл можно найти здесь.